Всем привет, меня зовут Бурлов Артем. Ну, вы уже наслышаны. Я генеральный директор кинокомпании «Азия Филмс». В этом году наша компания совместно с «Байкал Мьюзик Лейбл» проводит 5-й хип-хоп баттл. Полуфиналы, друзья, пройдут в городе Улан-Удэ, ну а финал состоится в городе Иркутске. И песня, которую выиграет трек, войдет в саундтрек фильма «По совести», который выйдет уже этой осенью, 5 сентября 2019 года, во всех кинотеатрах всей вселенной. Но это еще не все. Победитель получит вот этих вот настоящих, вот посмотрите, это не распечатанные, это настоящие хабаровчане. Вот они, пятерочки. Ах, как бы сейчас я поехал бы, закутил на них. Но нет, 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 нет. Их получит победитель. 100 тысяч рублей на кону. Рэперы, вы есть вообще в Сибири? Нет?